Всем привет, наши дорогие подписчики и зрители канала. Мы едем в центр Алани, а мы тем временем уже подъезжаем на конечку. Сейчас мы будем выходить. После вот этой картины галереи начинается базар. Постарался вам максимально показать кадры с воздуха, но, к сожалению, как... Все, сейчас заходим, забегаем. Артем, чипс, давай. Чипс. Я. Фух. Как я не успею? До свидания. До свидания, спасибо. До свидания. Все, мы поехали обратно. Она огромная. Мы ничего не успели толком посмотреть, потому что время есть, мы хотим есть, хотим на пляж. Устали таскать коляску, ребенка и еще с моделями старшими, да? Да. Тут история следующая. Сюда, вот если вы приедете, приезжайте на целый день. Не обязательно это делать на канатке, но лучше сделайте это на канатке. Поднимите сюда, вот на ней. И смотрите, я прервусь, покажу вам этот замечательный вид спуска. Круто! Красотища какая. Такую красоту посмотрим. Вот да? Он, пляж Клеопатра. Да там уже народу вон сколько собрало. Так слушай, то и здесь уже да. Народ подтянулся. Жаришка, так что мы сейчас спускаемся, обедаем, идем купаться. Сейчас, надеюсь, мы... Ух! Покупаемся, отдохнем как следует до вечера здесь. И поедем домой. Ну а вы не переключайтесь, впереди нас ждут по-прежнему шикарные кадры. Мы уже спустились. Сначала первое мы решим вопросы с едой, покушаем, а потом уже пойдем на пляж. Вот мы сразу вышли, перешли дорогу. Здесь есть такой ресторан, где написано меню по-русски. Для нас это, конечно, очень хорошо, поэтому сюда садимся, сейчас будем кушать. Пока Слава с Артемом ушли в туалет, Родиончик, ты ручки обработал? Точно? Нам принесли хлебушек, этот лепешку всегда приносят к заказу. В ресторанах часто приносят, точнее, такую надутую длинную. Здесь так прикольно в туалетах, смотрите, раковина стоит, и не бумажные полотенца, а обычные полотенца, которым протираем руки, и потом вот так вот сюда бросаем. Пойдем, пацаны. Интерьер здесь уже все готово к Новому году. Такая картинная галерея. Нам сюда, пацаны, пацаны, нам сюда. Да, везде стоят уже, видите, такие елочки. Украшения на каждом столике, тоже есть елочка и прям новогоднее настроение. Настенька вот уже меню листает. Так, детская площадочка есть и елка. Ура, у нас есть елочка тут. Здорово, с наступающим всех с Новым годом, кто смотрит данный выпуск. Смотрите, как все красиво украшено. А выходишь отсюда и попадаешь, я не знаю, сегодня, наверное, плюс 25. Покажу вам меню, как выглядит. Здорово, что на русском, конечно, это очень сильно упрощает. Детское меню также есть. Так, и вот еще одна страница. Интерьер действительно здесь такой очень интересный. Смотрите, такая бутылка полностью забита винными пробками. Но здесь есть вино, есть винный даже погреб вот там внизу. А еще здесь вот такие вот штуковины. Смотрите, какие классные. Не знаю, правда, это для чего. И еще я тут увидел, есть вот такие вот штуковинки. Сейчас тоже покажу. Вот, смотрите, вот такие вот лежачки с зонтиками. Типа кокос. Интерьер, конечно, очень здоровский. Нам принесли. Два официанта помогают. Это мое филе. Вот с такой подачей. Это Насеньки целый сибас. Принесли. Это пацанам фригадельки. С картошкой. Да, порции огромные, конечно. Настя, еще чай попроси, наверное. Эх, красота. Ну все, нам приятного аппетита. Мы уже все сметелили. А Настенька заказала пацанам еще огромный такой блин с мороженкой. Вот, и мы попросили счет. Сейчас покажу, насколько все вышло. Так, вот это вот, сейчас вам покажу. Это самый дорогой на счет в Турции. Ну, во-первых, смотрите, мы сидим прямо на первой береговой линии.
Вот здесь вот пляж Клеопатра. Угу. Вот, это ресторан. И вышло все это дело на 360 лир. Ну что, а теперь мы вас приглашаем на пляж. Господи, забыл, хотел сказать Калифорния. А как он? Клеопатра. Ой, смотрите, здесь, в общем, такие парки, зоны для игры в теннис, в баскетбол, в волейбол. Просто зоны для отдыха. Вот тут вот прям проходит канатная дорога, и мы уже подошли к пляжу, уже видно морюшко на улице. Сегодня тепло, хотя вот пока мы были в горах это, наверное, так даже не сказать, здесь это гора одна. Вот, было, конечно, гораздо теплее. Ой, какая тут детская площадка великолепная. Посмотрите, прям с видом на море. Конечно, сейчас немножечко пройдемся. Я все-таки хочу показать здесь немножечко округи. Сколько здесь людей тусуются. Конечно, многие купаются. И мы будем в этом числе сегодня обязательно. Вот пока не поднялась волна, нужно спешить и насладиться средиземочкой. Я еще вообще Настеньке говорю, давай-ка тоже подтягивайся, тоже покупайся. Смотрите, какой вид, песок. Как я уже ранее говорил, я читал, что здесь его завезли очень-очень давно, но море потихонечку его забирает к себе. Смотрите, какая огромнейшая просто площадка для детей. Здесь первая, там вот подальше вторая. Турки очень любят детей, вот этот подход к детям, он, конечно, классный. Нам он очень сильно нравится. Ну, в России такого точно не встретишь. Также пляж Клеопатра, он имеет голубой флаг. Вот видите, два флага. То есть он чистый. Мы с высоты с вами уже на него посмотрели. Какой он красивый. Смотрите, какая зона для детей. Охренеть. И самое главное, что все чистенькое, аккуратненькое, новенькое. Вот так вот. Все, здесь можно спуститься и пойти уже по пляжу. Весь пляж песок, видите, прям с самого начала. Здесь, естественно, есть кабинки переодеваться, сходить потом в душ. И пока сейчас еще светит солнце, оно, в принципе, припекает, но, говорю, после обеда, как будто в Сочи всегда, подтягивается ветерок и достаточно прохладно. Вон, смотрите, парапланерист садится. Они, кстати, откуда-то взлетают с этого, с горы. Вон он приземляется. Да, ну здесь, кстати, уже все. С колясками не походишь. Также туалет, видите, все бесплатное. Душ для умывания, там вода питьевая есть. Так, ну все, давайте не будем терять время. Пойдем на пляж. Здесь нашел дальше продолжение настила. Это, конечно, очень хорошо. Он проходит прям почти до моря. Я думаю, что этого нам хватит. Прокатить коляску, чтобы ее не тащить. Потому что буквально небольшой кусочек я пронес. Блин, за сегодня, пока мы лазили вот в этой, на этой потрясающей горе, силы у меня, конечно, закончились. Вот видите, здесь как-то куска не хватает. Надо протащить. Опа. Нам сюда, пацаны. Сюда нам. Шкс. Так, ну куда вы едете? Идем дальше. Здесь вот такой вот еще ресторан один. Душевая кабиночка. Так, красный флаг. Не знаю зачем. Вон туда пойдем подальше. Там я вижу купаются. А здесь, по-моему, вот тут вот вдоль этого пляжа, по-моему, плиты. Родион, не надо под коляску прям идти. Мы не будем купаться. Не хочешь не купать? Люди отдыхают. Вон детвора, можете заметить, все раздетые, потому что у нас солнце действительно палит. Единственное, что, говорю, поднялся небольшой ветерок, который мешает. Ну и ладно. Вот такой вот тут ресторанчик. Называется он как-то Осо, если я верно читаю. Видите, такая небольшая тоже набережная с лавочками. Так, а нам как-то вот надо теперь идти по пляжу. Нет, мы пойдем по набережной. Мы поднялись вот на эту как раз набережную, смотрите. Там есть сквер, где также можно погулять, поотдыхать. Я сейчас пытаюсь уложить Мирончик, чтобы он дал, так сказать, нам покупаться. Вон, памятники стоят,
полно лавочек. Вот, кстати, спуск для колясок. Вот он, Клеопатра, пляж номер 2. То есть он как-то делится: номер 1, номер 2, возможно, есть номер 3, точно не в курсе. Вот он, парапланерист, который только что приземлился. Здесь у них посадка. Красный флаг — это, видимо, как раз их ориентир. Гляньте, сколько людей. Да, действительно много. Все, видимо, пришли купаться сегодня, потому что, ну, вы сами видели, когда мы на гору поднимались, люди купались и сейчас также продолжают купаться. Табличка с туалетом, а здесь, кстати, туалет платный. Я вот впервые увидел, что тут в Турции туалет платный. Сейчас я скажу вам по цене. Он стоит 2 лиры. Обалдеть, вот он. Я, если честно, вообще удивлен. Здесь, ну, действительно, всегда бесплатные туалеты везде вообще, а тут платный. Причем, смотрите, если лирами заплатить, то стоит 2 лиры. Это по нынешнему курсу 11 рублей. А если вы будете платить рублями, то 50 рублей. Я вот, как говорил, с такси. Если вы здесь решили остаться надолго, либо куда-то покататься, поездить, обязательно меняйте рубли на лиры. Либо расплачивайтесь картой. Но в туалете карты не принимают. Вот она, канатка поднимается. Здесь тоже отсюда. Отсюда открываются тоже прикольные виды на эти горы. И мы когда поднимались, я вам показывал вот эту парковку. Здесь можно запарковаться. И она платная. Я хочу показать вам, сколько она стоит. Вот ценники. Мирон у меня уснул. Море, свет шикарный. Сейчас обязательно с вами зайдем в него. Я хочу вам поближе показать так называемый песок. Смотрите. Это же... Не кричи, пожалуйста. Это же прям мелкая-мелкая галька. Песком, конечно, это тяжело назвать, но цвет пляжа красивый. Все, я скинул все вещи. А почему у нас здесь холоднее? Нет, Родион, холодно уже. Ну, ветер сильный. Так, мне кажется, что вон там, где заходят ребята, там нет плит, а здесь, походу, есть плиты. Ой, как затягивает. Цвет вообще великолепный. Я, конечно, надеюсь, что он вам передается. Вот такая обстановочка. Пляж Клеопатры. Середина декабря, друзья. Ой, вообще. Ну ладно, давайте не будем тянуть. Будем заходить. Волна, когда туда уходит, конечно, затягивает достаточно сильно. Ох. Так, да, слушайте, не знаю, здесь вода прохладней. Не знаю, с чем это связано. Махмутлари, самая теплая вода. Заходим. Кайф. Цвет воды какой. О, красота. Так, я пойду, наверное, попробую пацанов загнать. Так, давайте я голову мочить не буду, потому что здесь вода прохладная. Ну и плюс ветер. Ух, красота. Да, цвет воды вообще огонь. Все, выходим. Наверное, хватит. Я взял Соньку, потому что не очень хочется вымочить GoPro-ху. Не проверял я еще по воде, только в моменте, когда там волна нахлестнула. И то очень сильно пропал звук. Вот у Соньки такого нету. Вот. Мы сейчас попробуем. Родион решил со мной. Иди сюда, руку давай. Давай. Руку. Смотри, волны сильные. Понял?
О, здесь нельзя пить воду. Она очень-очень соленая. Вот так, держись за меня. Вот так. Не-не-не, вот так вот, давай, я тебя буду держать. Окей, волна. Так, я тут не чувствую. Надо валить. Вот. Она сейчас волна с тобой потолкнет. Да. О, волна. Далеко от него ходить не надо. Если у кого. О. Тёма, стой. Тёма, стой. Артём, смотри, удочка. Обойди. А мы с тобой вместе нырнем, давай. 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 Так, мы... Сейчас, подожди. Мы решили вместе с Родиончиком нырнуть. Готов? Раз, два, три. Ой, какая волна. Ой, еще одна. Так, кто, отходи. Пацанов по очереди. Теперь вот Тёмка захотел. Идем Тёмку окунать. Нет, держи меня крепко за руку, вот за эту. За левую давай. Не пойдешь? Трусы-то уже намочил. Трусы-то намочил уже? Да, приземляется. Да, смотри. Вот сюда прям. Не-не-не-не. Это он планерит. Смотри, как шикс. Прям перед самой скалой, да? Смотри. Оп! Красава, да? Шеликс. Да, слушайте, вода холоднее, ветер прям холоднее, чем в Махмутларе. Ну и ладно, мы с вами покупались, и это очень здорово. Я надеюсь, вам передал прозрачность и цвет моря. Пацанам моим обязательно ставьте лайк. Решились, но Тёмка, к сожалению, только трусы намочил. Ну ладно, с Родионом мы потом пошли еще и совершили с ним даже 3 подхода. Вообще молодец, правда замерз потом. И Настенька из-за этого немножко поворчала. Мы пока на пляже, Настенька попросила традиционно чай ей на пляж принести. Я зашел вот в такую кафешечку здесь, прямо на пляже. Заказал 2 чая с собой. Видите, такая сине-белая кафешка. Чай купил, это вот горюш традиционный. Надо только было вот так вот прям зайти на пляж, как обычно. Настеночка, да, твой чаечек, спасибо, держи. Спасибо. Чай здесь самый дорогой на пляже, который мы вообще покупали. Смотрите, самое холодное море, самый какой-то ледяной ветер, самый дорогой чай. Чай 10 лир стоит,
Тут, блин, платные туалеты, какого вообще хрена? И здесь, как говорит интернет, самый красивый закат в мире. В мире. Походу, надо сегодня эту тему проверить. Да, пацаны? Со временем, вот мы сколько здесь живем, я уже, ну, подучил английский, ну, очень сильно ломанный, но смысл в том, что мы сейчас пришли в кафе, здесь все не понимают по-русски, я ему сначала сказал «вода», он такой, типа, смотрит на меня, типа, чё? И я ему начинаю объяснить, типа, мне воду без газов, два черных чая, ну, такие топорные, да, слова, что там, black tea, там, вот. И как бы по-английски, типа, чек, он мне говорит, сколько денег, я его понимаю. Ну, я как бы это к тому, что я не мастер английского, но когда ты находишься в такой среде, где приходится общаться, изучение языка, конечно, происходит гораздо легче, гораздо. Я же вам показывал этот сквер днем, когда здесь не так было многолюдно. А сейчас здесь, посмотрите, вот детская площадка, вот эта шикардосная просто, она битком, причем вот мы, родители, мы можем вот так вот посидеть, попить чай, есть же кафешечка, а детки могут играть. Вот здесь вот ребята рубятся в баскетбол, вот здесь волейбол, там дальше за ними теннисные столы, и ты вот так вот, вот с таким видом на море наслаждаешься. Как тут кайфуют местные пенсионеры, это просто невероятно. Смотрю на них, и душа радуется. Вот у нас в стране такого вообще близко даже нет. У нас приближается уже закат. Смотрите, как солнышко уже рядом с морем. Сейчас я установлю камеру на таймпласт. И вместе с вами проводим солнышко. Дорогие зрители, я надеюсь, вам зашел наш сегодняшний день, и вы так же, как и мы, кайфанули от него. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Кто не подписался на канал, обязательно подпишитесь, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. К сожалению, для YouTube это нужно. Наша задача сейчас добраться до дома, вызвать такси, также с баночки. Надеюсь, зашел вам закат, постарался максимально ничего, как говорится, не дергать. Настенька в кадре, мы отправляемся домой. Ну а вам пока, до новых выпусков, увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока!